Передача Босежуру. Под штрафную площадь Миячи. Ух! Жесткое приземление. И все в пределах правил. Это Кевин Миралас оттянулся назад и подкатился под японца. По-моему, до сих пор еще и в игру не может вернуться. Пришлось ему еще скатиться с горочки туда, к рекламному щиту. А там, смотрите, такая дренажная канавка. В общем, вылетать туда вряд ли кому-то можно пожелать. Плюс еще и рекламный щит. Так что вот здесь можно только посочувствовать Рио Мияч. Да, это Англия. Колень ногою примерно на высоте лица Лейтона Бейнса, но не прав оказался все-таки там защитник Эвертона, который играл опасно. А вот Рио Мияч, смотрите.